популярный, супер популярный коктейль «Энергия». Он называется. Это один из самых лучших коктейлей питательных, но при этом диетических. Но при этом удовлетворяет наши потребности в витаминах. Когда современных людей спрашивали, что вам не хватает для полного счастья, опрос был такой проведен в нескольких странах. Сейчас уже не только про деньги говорят, и не только про личное счастье. Сейчас говорят, не хватает энергии. Не хватает энергии, вдумайтесь. Нет, у нас, у большинства или у многих в один прекрасный момент вдруг исчезают силы. Куда они исчезли? Жень, здесь все на самом деле очень просто. Вот представьте себе, что если какое-то вещество требуется организму, даже если этого вещества требуется там микро-микро-микро количество, но если это вещество не попало в наш организм, значит, тот химический процесс, где оно задействовано, он не прошел. Да, значит, понимаю. Химическая реакция не произошла, клетка свою работу не выполнила, ткань не выполнила, орган не выполнил, значит, в итоге орган система не справилась со своей работой, мы получаем патологию. А если, представьте, мы каждый день, нам не хватает, это йода дефицит, там дефицит кальция, магния, там цинка, меди, это то, что мы знаем, витаминов. Угу. А на самом деле практически 600 видов веществ, которые мы испытываем регулярно, ежедневно, круглогодичные дефициты. И представляете, что у вас не идут, не происходит в организме сотни важнейших реакций. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Откуда возьмутся силы, откуда возьмется энергия? Ну, на самом деле, вот один из ответов, где взять энергию. Мы берем из баночки вот этот порошочек, похожий на, так сказать, детское питание и по ощущениям, потому что это очень вкусно и сладенько, и по виду. Вот, кстати, молоком, в молоке можно. Молоком, можно, молоком, но я водой можно развела, и похоже на молочко такое, да? И похоже по запаху тоже, вот он похож на малютку, да, вкусно? Да, вот, да, 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 говорит, да, да. А вот все-таки, может быть, послаще тот, а этот. Нет, не на такой. Самом деле, очень коктейли все вкусные, но просто, дорогие друзья, откуда нам брать энергию? Вот это ответ на вопрос, так сказать, когда... А энергию мы берем когда? Если в наше... Это же не энергия в виде, там, аккумулятор подключили, да, и как там какой-то робот зарядился. Действительно. В нашем случае что такое для современного человека энергия? Энергия – это вот весь набор всех витаминов, всех минералов, всех аминокислот, то есть всех тех веществ, которые, собственно, и формируют все наши химические процессы. Витамины – это что такое? И минералы – это катализаторы химических процессов. Что такое аминокислоты? Это стройматериалы для всех наших белков, для создания новых клеток, для всех процессов, ферментов, гормонов и так далее. То есть, когда мы даем вот этот коктейль, мы даем без калорий, без сахара, без жиров, без всяких там ароматизаторов и прочей дряни, мы даем только чистые, натуральные, природные аминокислоты, природные, настоящие такие вкусные, полезные вещества, витамины, минералы, вот сколько без в одной калорий. Порции, вот сколько и фосфора, и кальция, и йода, и фолиевой кислоты, и витамина D. Здесь содержится полный набор тех витаминов, которые нам нужны. И по сути-то что? Мы запускаем все наши химические процессы, мы запускаем наш метаболизм, обмен веществ. Почему женщины говорят, и мужчины, когда вот начинаешь пить коктейль, уже через несколько дней у тебя уже ощущение легкости какой-то появляется. Ты вот на работу идешь с чувством, у тебя вечером ты приходишь с работы, у тебя еще есть сила, энергия. Чем-то да? заняться. Вот да. У нас, почему нас натолкнуло-то, когда нам женщины стали рассказывать, у нас энергия появилась, и мы назвали этот коктейль энергией. Андрей Николаевич, а правда, что именно коктейль энергия у вас победитель среди служащих офисов, которые берут с собой вместо обеда, то есть берут и в офисах, так сказать, вот этим питаются. Это же очень простая вещь. Вы вот. Заметьте, вы заходили когда-нибудь в офис, в контору в какую-нибудь, и там сидят женщины, все такие вот... Пицца, вот такие, пирожки, все сидят. Осетинские пирожки. Это у вас, я не знаю, осетинские пирожки. У нас. Обычно вот так вот печенье, вафельки, конфетки, чаек, кофеек. Но это тоже... И вам предлагают, вот, Андрей Николаевич, садитесь, вот вам к чаю и печенье. Да. И очень долго объяснять, что да не ем я печенье, спасибо, ну как-то, ну не ем я этого. А вот если, вот когда человек приносит в офис вот такой коктейль, и вместо чая, вместо печенья и всей этой вот этой углеводов пустых, вы берете, делаете себе вот такую вкусняшечку.
Выпейте спокойненько ее, она вкусная. Сделайте еще одну порцию. Кто же вам мешает-то? Организм в два раза счастливее будет, если вы два коктейля выпьете подряд. И вы получаете, понимаете, вкусно, сахара нет, калорий лишних нет. Калорий нет. Ни жиров там никаких, ничего. Не дай бог красителей и консервантов, вы только получаете ценные белки, витамины и минералы. Давайте посмотрим на фигуры, которые вызывают жалость. Действительно, люди, которые имеют лишний вес, они вызывают жалость, они страдают. У них не только лишний вес, что является некрасивым, у них проблемы со здоровьем. Вот в чем дело. И нам нужно все-таки, у кого есть лишние килограммы, худеть, потому что опасен лишний вес. Как опасен лишний вес, это тяжелое, это заболевание, которым страдают почти 50% населения. И ведь это опасно, потому что каждый лишний килограмм, он сокращает жизнь. Вот каждый лишний килограмм, просто вы знаете, значит, вы сократили себе жизнь на какое-то время. 10 килограмм на 10 лет. Ну, я условные цифры говорю, но примерно такие. То есть долгожители никогда вот такими толстыми не бывают. Посмотрите. И как нам решать-то эту проблему? Это же серьезное дело-то. Потому что, еще раз, ожирение – это риск всех болезней, возрастает многократно. То есть вы просто, вы с каждым лишним килограммом, вы все в более опасное состояние загоняете свой организм. Как делать? Необходима диета, необходимо начинать снижать килограммы. Даже если вы не станете там тростиночкой, как там, какие-то, не знаю, фотомодели, да и не надо вам этого. Но если вы сбросите 5 килограмм или 10 и будете удерживать это длительное время, уже, значит, вы уже продлили себе достоверно жизнь. Вот как это здорово. Итак, дорогие друзья. И наш коктейль чем помогает? Вместо еды, вместо печенек, вместо вафелек, вместо конфеток. Тортиков. Тортиков, не дай бог, конечно. Вы съели коктейль, и у вас совесть чиста, вы никаких калорий, но все необходимые вещества вы получили. Представьте себе. Дорогие друзья, действительно, очень многие люди уже, десятки тысяч, попробовали на себе, уходят животики и бочка, уходят лишние попки и бедра. Действительно, дальние края. Дальние края, остается тонкая талия и остается гордость за себя, потому что действительно мы выбрали правильный путь. Это питание, но правильное питание. Да. Тут у нас девушка на экране в розовых-то трусиках. Не сказать, что она прям вообще стройная. Но вы заметьте, что она ведь все равно, она уже у нее вполне нормальная фигура. Но это касается и мужчин. Давайте не будем все-таки упускать тот момент, что не только женщины страдают от лишнего веса, но и мужчины. Все мы, все семьей можем теперь наладить свой обмен веществ, просто включив в свой рацион вот эту энергию, этот коктейль, который специально для нас разработан новосибирскими учеными, чтобы мы правильно питались, чтобы у нас хорошее было пищеварение. И знаете, как простая формула? Какая? Если для того, чтобы снижать вес, то вместо еды, для того, чтобы восстанавливать вес, бывает всякое, после болезни, или спортсмены, или там беременная кормящая мама, для того, чтобы восстановить, плюс к еде. Все, еще раз, витамины, минералы и все белки, то есть он же заменяет белок, мясо, рыбы, вы можете в пост его есть, он соответствует всем. Вот. Здесь нет молока, здесь, то есть он абсолютно постный продукт, 100% он растительный, то есть никаких животных компонентов здесь нет. Замечательно. И он может использоваться в самых разных ситуациях. Вы в больницу приносите человеку, да, там апельсинчики, мандаринчики, что-то еще. Вот вы лучше принесите вот этот коктейль, потому что он соответствует, это высочайшего класса, то есть здесь все компоненты самого высокого мирового класса.